На расширенном заседании коллеги МВД подвели итоги деятельности ведомства за минувший год. В своем докладе в Рио министр внутренних дел Калмыкии Алексей Шурунгов подчеркнул, что в 2020-м зарегистрировано снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений. Также отмечается стопроцентная раскрываемость таких деяний. Обеспечена безопасность при проведении свыше 600 массовых мероприятий. Проведено около 30 оперативно-профилактических операций. Уровень преступности в регионе ниже показателей по Южному федеральному округу и стране. В прошедшем году сотрудниками органов внутренних дел раскрыто 1834 преступления. Особое внимание уделялось пресечению распространения наркотиков с использованием современных информационных технологий. В рамках проведения оперативно-профилактической операции МАК-2020 из незаконного оборота изъято свыше 24 килограммов наркотиков.